И всем здравствуйте, дорогие зрители моего канала, подписчики, любимые гости, вообще зрители. Всем-всем привет, ребята. С вами сегодня опять я, Лёша. В этот раз я играю без Саши, потому что Саша заболел. Возможно, его, ну, где-то так, ну, неделю не будет. Также заходите в нашу новую группу, и вы не соскучитесь, поверьте. Ну, ладно. Сегодня мы будем играть в выживание в Майнкрафте, ну как обычно, только с модами. Сейчас, секунду, я заберусь куда-нибудь. Так, ладно, ну начнем. Первое, давайте добудем дерево в первую очередь. Дерево, отлично. Так, я сундук ставил или нет? Ладно, не помню. Ой-ой. Нет, долбанную курицу надо убить. Все-таки не очень-то удобно на не на полноэкранном режиме снимать. Так, где эта курица? Ладно. Оттуда херена. Сдохни. Сдохни, сдохни, сдохни. О, наконец-то. О, да. О да, о да, о да, о да. Смотрите, кто я. Курица. Кто мы? Ну, курицу, курицу. Е-е-е. Е-е, курицы. Курицы. Хардкор. Ту-ту-ту-ту-ту. Мы же курицы. О да. О да. Ха-ха-ха. Сейчас еще больше хардкор будет. Так, это сюда. Так нахрена? Вот я идиот. Надо было просто было сделать кирку, добыть камень и сделать сразу каменные вещи. Ну ладно. Хардкор. Корная игра. Играть курицей. Кстати, ребята, сразу говорю, тут просто до хрена модов. Но не до хрена, 11 модов. Я вообще не помню, на чё они. Я помню то, что тут есть книга. Все. Еще на каких-то мобов есть. Да, 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 точно. Ты чё, охренел? Иди отсюда. Хардкор, хардкор. Так, я говорил насчет группы, то что вы... Да, говорил вначале насчет группы ВКонтакте, новая. Ссылка будет под описанием видео на все наши группы. Так, я курица. Так. Что я хотел сделать? Оп-оп. Так что сейчас быстренько делаем, делаем. Так ломаем, ломаем, все бежим. Это же хардкор тут. Везде куча опасных мобов, монстров. Куча просто опасных растений. Типа как вон та поганка. Так, погодите, на каком у меня? Какой мирный, легкий. Самое бесимое то, что начинаю нормальный летсплей и всегда какая-нибудь слажа. Кстати, осьминогу можно стать? Хардкор. Где ты, осьминог? Знаете, что самое крутое осьминога? То, что у него бесконечные жизни под водой. Так. Да, и на что это похоже?
Все, давайте этим будем. О, хардкор. Так это тоже надо просто обязательно. Бежим, 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 бежим. Надо домик бы поскорее бы сделать, а то сейчас куча просто монстров повылезает всяких разных. Тем более тут какой-то мод стоит, я вообще не помню. Тут какие-то монстры, короче, не помню, ребята, честно говоря, не помню. Помню то, что у них тыквенные головы. Давай, овечка, выйди на крылечко, давай, иди сюда. На карту единственное то, что не установил, единственный минус. Ну, извиняюсь, сразу говорю. Обещаю, потом будет карта. Просто будет. Так, надеюсь, я нормальную регенерацию поставил. Так, я не понимаю, моя жирная жопа овечки не помещается в этот маленький туннель. Или как, вообще не понимаю. Ладно. О. Нет, это мне нужно, чтобы выжить в этом безумном мире, где царит только зло и хаос, где нету жизни для такой маленькой овечки, как я. Кстати, если я уберу меч, у меня правда? Да, правда, у меня рука овечки будет. Прикол. Что-то я слишком далеко уже отошел. Тут чуть не могу ничего найти нормального. Хочу пещеру просто охрененно большую найти. Кстати, ребята, если чё, если кто-то согласится со мной поиграть, сразу говорю, это лицуха, и на ней есть моды. Насчет этого я не буду обзоры там снимать, как установить на лицуху. То-то, то-то, то-то. Опа. А, я думал, не попадут. Вот мелкие твари, а. Так, тут уже уголек. Угольком запахло. Так я не понял, что тут у нас. Тупик. Кстати, ребята, если что, если вы меня посчитаете, допустим, каким-то читером, и тут будет спавниться, как бы вам объяснить, алмазы сразу же на первой поверхности. Или вот такая вот... Не-не-не-не-не. Иди нахрен, иди нахрен, иди нахрен. Все. Не-не-не. Чё я... Ёлы-палы, я же скелетом играю. Стивом. Охренеть. Я не думал, что тут все так проработано конкретно. Кстати, летуч. Нет. Ёлы-палы, бежим, бежим, бежим. Я бежать, надо летучую мышь убить. Летучая мышь. Летучая, давай, иди сюда. Есть. Все, давай, давай. Полетели, полетели, полетели. Все, повезло. Видели, там чуваки такие два стояло. Это просто капец. Я не помню, из какого-то, ребята, мода. Ну, капец. У меня сейчас один FPS был. Это было страшно. Ладно, сдой летучую мышь. Да, один FPS-ик. Это не в тему. Теперь можно сделать печку, потому что это хардкор. Играем только на хардкоре, убиваем только на хардкоре. Ла-ла-ла, где ты? Оп, там никого, там нету гигантского робота, который меня пытается убить. Там тоже вроде такого нету. Точняк, надо было, знаете, на чем мод, на людоедство установить. Ладно, насчет этого потом подумаю.
Прикиньте, как это круто будет. Модное людоедство. Блин, у меня еда закончилась. Ну, поехали, полетели, короче. Так, долбанный антивирусник. Полетели сюда куда-нибудь. Так, ищите, иду. Ни хрена не могу найти. Кстати, ребята, насчет мода этого вот превращения. Что бы вы хотели, в кого бы вы хотели, чтобы, ну, чтобы я чаще превращался, например, там, не знаю, в летучую мышь, там, не знаю, чтобы я установил мод, там, допустим, на бабочку и превращался постоянно в бабочку. Ну, типа, вот такой вот хрень, реально, напишите. Будет очень прикольно, у кого какие идеи. Либо, допустим, установил мод на Годзиллу, который, кстати, устанавливал, просто невероятные лаги были. Но зато очень вообще устрашающие. И что бы вот реально бы вы хотели, чтобы я установил. Было бы прикольно, если бы вы бы сказали. Ну ладно, а так, с вами был сегодня. А хотя, погодите, как упрощаться. Сейчас посмотрю, сколько видео идет. Ну, 11 минут, мне кажется, достаточно с вас. Тем более, вы достаточно всего увидели. И не забывайте, если вы тут действительно впервые... Короче, это хрень, я не буду вам это нести. Просто подпишитесь, вступите в группы, ну и все. И какие моды надо установить, просто напишите в комментах. То берете, пишите. И сразу же опять скажу. Извините, то, что повторяюсь, но, к сожалению, Сашули не будет, наверное, долго, потому что у него реально он заболел. Он целую днями сидит в комнате и путы сидит. Лежит, вот. Да, лежит. И не может. Ну, ничего сказать. Короче, город заболел и вот такие дела. Ну ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Отправляйте ваши. Че отправляете-то? Ну, короче, подпишитесь. Все. Пока-пока.